Друзья, в этом ролике я расскажу про 5 моделей кроссовок на каждый день. Предложений сейчас бесчисленное множество. Эта подборка поможет тебе разобраться в актуальных тенденциях и не утонуть в выборе. 5 место. Oakley Factory Team Nubuck Chop. Бренд Oakley является одним из самых популярных производителей спортивных очков. Но мало кто знает, что они еще и футуристичную обувь выпускают. В начале 2000-х Oakley Factory Team создали небольшую коллекцию обуви, которая в те времена не пользовалась спросом, так как она выглядела слишком необычно для стиля нулевых. Как оказалось, бренд просто опередил время, и спустя 20 лет их взгляд оказался очень кстати. Из обновленной капсулы я выделил модель Nubuck Chop. Дизайн пары создан по гапкору, стилю или даже образу жизни, основанному на любви к природе, активному отдыху и комфортной функциональной одежде. Что по материалам, кроссовки выглядят довольно массивно за счет объемной подошвы. Резину в ней заменили на материал EVA, несмотря на то, что они кажутся тяжелыми, на самом деле это не так. Верх сделан из натурального нубука с сетчатыми вставками, что позволяет ногам дышать. Модель укреплена ТПУ вставками, их легко надевать даже без шнуровки, благодаря удобной петле сзади и низкой посадке ахилловой части. Протектор у кроссовок износостойкий и цепкий, с ним не страшно наступить в лужу и пройтись по скользким дорогам. Но вот верх из нубука рекомендую обрабатывать водоотталкивающей пропиткой. Материал, конечно, красивый и качественный, но влагу не особо терпит. Пару однозначно рекомендую на позднее лето и демисезон для городских прогулок, прогулок в парках и выездов за город. По одежде к этой модели классно подойдут хлопковые брюки, джинсы, штаны карго и длинные шорты. 4 место. Nike ACG Mock. Все тот же гапкор, но одомашненный. Повседневная пара на случай, когда не хочется покидать дом, а точнее его уют. Изначально пара придумана как замена всей легкой обуви для походов в лес и горы, но быстро перебралась на улицы города, став спасением для тех, кто хочет носить на ногах что-то необычное и комфортное, не жертвуя функциональностью. Nike ACG Mock – это слепоны с плотным корпусом из нубука. Верх удерживает сырость и холод благодаря утепляющим вставкам. Они создают ощущение ходьбы по облакам, конкурируя разве что с домашними тапочками. Но что вот точно отличает эту модель от домашних тапочек, помимо высокотехнологичного верха, это подошва с специальным рисунком протектора, который препятствует скольжению на льду. Монолитный корпус плотно облегает стопу, сохраняя тепло, а посадка регулируется вшитым шнурком с специальным фиксатором. ACG или All Conditions Gear в названии модели говорит нам о том, что эта пара подойдет для любых условий. Соглашусь с этим заявлением с одной лишь пометкой, что речь идет о погодных условиях. Звучит парадоксально, но многие отмечают, что в этой паре летом не жарко, а зимой не холодно. И это та самая универсальность, к которой стремится каждый бренд. 3 место. Hoka Clifton 8. Она сохранит здоровье стоп и облегчит каждый шаг, не давая ногам сильно уставать. Самая популярная и продаваемая модель от Hoka – это Clifton. Идеальный баланс амортизации, поддержки и отзывчивости. Их, конечно, любят бегуны и благодаря те, кто много работает на ногах. А добилась этого модель Clifton благодаря своим технологиям. Meta Rocket – специальная геометрия кроссовок, которая создает лучший перекат без жесткости и резкого смещения. Active Foot Frame – это особое углубление в межподошве, повышающее комфорт и стабильность шага. Ortholite – дышащая стелька с бактерицидной пропиткой, которая препятствует возникновению бактерий и запахов. Engineering Mesh – сетчатый материал верха, обеспечивающий хорошую вентиляцию и эргономичную посадку на стопе. Smeva – вспененная резина, гасящая ударную нагрузку с высокой отдачей энергии. Такая синергия технологий создает кроссовки, которые просто не хочется снимать. Они отлично подойдут не только для повседневной носки, но и для тренировок на твердых поверхностях. На заметку работникам общепита. В Клифтонах рабочий день пролетает незаметно. 2 место. Asics Gel NYC. Новинка, которая сразу же привлекла к себе внимание сникер-любителей. Gel NYC – это глоток свежего воздуха среди линеек Asics, вдохновленная моделью Nimbus. Выглядят они винтажно за счет такого ретро-верха и привычного для Asics паутиновой многослойности. Сделаны они преимущественно из 3D-сетки, но уверенно укреплены синтетическими вставками. Воздухопроницаемость этой модели отрабатывает на 5 баллов. Я бы их рекомендовал брать
брать с собой в путешествие, там, в дорогу, на прогулку, даже в самое жаркое лето. Почему так много ярых фанатов этого бренда? Преимущественной особенностью этих кроссовок являются специальные гелевые вставки в пяточной и в носочной части. Вот они здесь видны. Там, где они должны находиться. То есть это дает нам ощущение мягкости и устойчивости на поверхности. Помимо этого, в центре подошвы размещена вставка Guidance Drastic System. И за счет этой технологии модель препятствует пронации стопы, то есть кроссовки вот так вот вовнутрь заваливаться не будут. Полезная технология для тех, у кого гиперпронация и стопы как бы смещаются чуть вовнутрь. При носке пара показала себя довольно хорошо. Даже вот визуально видно, насколько качественно исполнен протектор подошвы. Ну и в целом бренд ASICS себя настолько хорошо зарекомендовал, что в принципе каких-то таких серьезных проблем или вопросов к ним быть не может. Сейчас эта модель в тренде. Бренд быстренько это подхватил и создал расцветки на любой вкус. Поэтому я уверен, что найти что-то под себя не составит большого труда. Первое место. Mizuno Speed 2K. Японский бренд Mizuno стремительно набирает обороты и бьет рекорды продаж. Для кого-то ноунейм, а для кого-то эталон качества и удобства. Скажу сразу, за такую цену я ожидал меньшего, но качество, исполнение и функциональность меня приятно удивили. Кроссовки сделаны в стилистике беговых моделей. Подошва выполнена из пены, что хорошо амортизирует шаг и создает плавный перекат стопы. Подошва покрыта обычным протектором, каких-то отличительных прям особенностей в ней нет, но она отлично подходит для прогулок по асфальту и хорошо подходит для ходьбы внутри помещений. Что касается корпуса верхней части кроссовок. Верх выполнен из кожи и вентилируемой крупной сетки. Эта новая модель 2K отличается от предыдущей версии тем, что в носочной части также расположены два дополнительных отсека. Летом при занятиях спортом особенно хочется дополнительной свежести, поэтому эта модель отлично подойдет для тех, кто страдает от жары и отеков ног. На ногах смотрится аккуратно, неброско, хорошо подойдут как для спортивного стиля, так и для casual образа. Пойти в этих кроссовках в принципе можно куда угодно. Говоря о кроссовках на каждый день, я сразу представляю себе именно их, поэтому и разместил их на первое место. Легкие и дышащие, и главное удобные. Отличное сочетание цены и качества. Конечно, помимо этих моделей существует множество достойных и интересных вариантов. Пиши в комментариях, какие кроссовки ты выбираешь на каждый день. Возможно, именно твоя пара окажется в следующем топе. Заказать эти и другие кроссовки ты можешь на сайте Anki Team. Воспользуйся удобными фильтрами для того, чтобы подобрать пару конкретно под свои нужды. А если у тебя возникнут вопросы, обращайся к нашим менеджерам, которые с удовольствием тебя проконсультируют.